Кстати, сегодня в Ледовом петербургский СКА принимает московский ЦСКА. До конца матча минута 14, счет 6-2 в пользу СКА. Хотя в первом периоде СКА забил 5 незабитых шайбы. После этого ЦСКА сократил 2 шайбы. Но в последнем периоде СКА забросил 6-ю. Остается 49-48 секунд. Конь пытается радоваться уже. Питерский огонь. Шайба в зоне СКА, но вылетела. Питерский выбросили шайбу из зоны. 28-27. Итоговый готов замечать победу. Не заводил, 15 секунд. 3 круга.